Паша, ты не очень сильно работал. Паша, Паша, Паша. На. Сними вот это. Вот так? Да. Все. Вот Ваня сейчас сидит. Давай, Ваня, сними. Тут очень долго, она давай, очень давай, долго. Давай, давай, сними. Да, давай, метла быстро отламывается, не беспокойся. Давай, давай, сними, сними, теперь нижний листок. Давай, 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 Ваня. Так, конец, отсюда. Во-во-во. Сейчас все стороны сидит, все стороны, Ваня. Все стороны сидит. Все понятно. Иди сюда, все туда. Аккуратнее, аккуратнее, не стоп. Чуть, чуть не ударил его. Ты что? Вот не так не можем выезжать. Смотрите, как у него. Видите? Все, осталось только кора. О, смотри, какую отпилили. Натикнуть, идите отпиливать. Вот это надо сейчас. Вот эти сучки отпилить. Первый, второй, третий. Натикнуть, возьмите, я переберусь. Кидай. Давай, сейчас спускайся, не бери за то, что ты сучок. Вот смотри, сейчас как мы полезем. Лежи. Не прыгай. Не прыгай вниз только. Вот. Так, теперь ножовку включи. На, Ваня, ножовку там закрепите. А ты подпили подать, чтобы стоять можно было еще. А мы пойдем туда, посмотрим, что бобры делают. Это бобры. Это бобры. А что, они разве так, такой ширины разве делают? А? Такой ширины разве делают? Да. Давай-ка соединяй. Вот она какая.
А ну-ка встань туда, спусти, чтобы видно было. Вот он как, Володя встал. Куда он дальше идет? Ну, туда уходит. Ну-ка еще подолби. И туда, вон он. Ну-ка. Большая? Ну, тут испорченная уже, надо долго тут вот арматуру толкать, всякую проволоку колючую, чтобы он уже не прошел. Ну, на вокруг попает. Ну, вот. А ну, иди сюда. Вот отсюда где-то. Вот, смотри еще. Гляди, какая глубина. Ну-ка, померь лопатой, какая глубина. О, там вода, на уровне воды. Вот. Вот, то есть больше метра. И вон оно куда идет, гляди. Это для нас не подходит. Если он так будет делать, всю плотину разрушит. Ну, да. Это я его берегу, бобра, но надо что-то делать. Может, из-за того он делает, что воды мало? Вас плохо снимают. Больше нету нигде? Нет. Ну вот, Никита у нас тут старается. А что бы он делал на Украине-то, сидел там? Там убивают, а тут ему хорошо. Хорошо тебе, брат? Хорошо. Доволен? Очень. Вот, это мы плотину готовим. Потом где-то наймем, может быть, трактор этот, бульдозер. Дальше, чтобы было видно, что нужно. Сейчас надо найти все ходы, порча где. Вон они где, ребята, там работают. Есть такие руки все время назади, как будто они не нужны. Володя вот тут уродуется. Это где он накопал. Вот он где он копает и туда заваливает. Ну, человек совершенно свободно мог бы, даже небольшой человек, пролезть. А про таксию говорить не надо. Ну вот оно, видно где. Сантиметров на 30, на 40. Да, 40 в диаметре, 40 сантиметров. Вот так. Сейчас я пройду, посмотрю, еще у меня Ваня дробит. Ловкий мацан. В отца весь. Выходи мой, любую работу дай. Мастер, модельщик обуви, краснодеревщик. Ну еще, Ваня, у тебя там? Да, одно спилил. Ну? Тигнуть, вот эти спилить. Да, это спилить, еще два. Два, три. Ну все, давай тогда, я ухожу. Ребята наши идут. Отошел. Нашли вот тут родник, где-то бьет. И решили попить тут из этой канавки. Детишки пить хотят. Вот Игнатий наш пьет тоже. И встал, а перепрыгнул наоборот. Вот тут можно до сыта пить. С молитвой только пейте. Не, смотри, чтобы не утопили под тапочки. Нормально. Пить можно. Ты жив останешься. О-хо-хо. Смотри, что получается тут. Мои сапоги-то что получилось? А глина-то тут хорошая. Утонул. Я тебе, глина-то тут хорошая. Ой, помоги. Что там? Глина хорошая. Помоги, Ваня. Ну-ка, вытащи его. Спасибо. Все, напились. Видите, и воды уже напились. Никто не пил, кроме нас. За 20 лет. Моя вода хорошая. Вот как интересно тут. Вот мы сегодня, 11 июня, решили тут плотиной заняться. Первое, которое называлось раньше Молоканишний пруд, молоканка стояла. Я видел, брось сюда, брось. Да сюда не надо, туда я забрось на место, вон туда за угол. Или вон туда забрось, прям возле этой берег, возле самого берега положи. Потихоньку. Это Паша с Казахстана. Прям рядом около деревьев положи. Вот Володя там в низинке, это прорва была весной воды. Сейчас там напились, все, родник оказался. Заканчиваем. Витя пошел вокруг посмотреть, нет ли еще где до насыпи прорвы. Вот там, где тополя, дальше он видать, тополя. Вот. Там тоже жил Семен Кондин. И вот эта насыпь идет. Эту дорогу проводили до трассы. Но началась перестройка, и все кончилось. Уже насыпь была насыпана, трубы заложены. Все, расколотили. И теперь смотрим, вот вплоть до насыпи отсюда есть ли выход у нашего пруда или нет.
Так, ребята, заканчивайте все, вытаскивайте. Сейчас будем пить и пойдем на обед. Сегодня надо готовиться к завтрашнему дню, к концерту на костре. Так, больше тут ничего не трогать, кроме мусора. Мусор, мусор, бери, бери. Володя, посмотри. Он хочет взять его. Он правильно делает. Вытащить мусор оттуда. Иначе, когда насыпят, он сгниет и будут пустоты. Помогите, ребята, быстренько. А оно вот где шел. Вот. И между деревьями вот оно где проходило. Это второй прорыв был. Но вот это надо все каким-то образом заделать. Значит, сегодня буду звонить, искать, где бульдозер, нанимать. Раньше было коров, свиней колоть, как-то рассчитаться надо.